Привет, мои любимые победители! Ну что, уже соскучились по видео? Ждете? Очень надеюсь, что да. Очень надеюсь, что вам нравится заниматься тем, чем вы занимаетесь. И что вы получаете максимально удовольствие от прохождения этого марафона. Хотя задания сложные, да? Особенно для маленьких детей. Давайте сразу разберем ошибки, которые я встретил. Первое, самое распространенное. После того, как я попросил вас выписать конкретно по пунктам, что вам нужно сделать в сфере вокала, актерского мастерства, хореографии и так далее, многие стали писать общими фразами. Работать, трудиться, стараться, пахать. Это все правильно. Но эти фразы, они обо всем и они ни о чем. Я вас попросил сделать конкретно. Еще раз просмотрите свои списки. Если вы вдруг увидели какие-то общие фразы, которые вроде правильные, но они просто ни о чем, зачеркните и напишите более конкретно. Что я имею в виду под конкретикой? В жанре вокал, например, точнее, в сфере вокал. Это делать дыхательные упражнения, делать распевочные упражнения, записать новую песню, записать новый клип, почувствовать, как звучат там резонаторы на верхних нотах, как правильно делать опору, чтобы звук был правильный, и так далее. Более конкретные вещи, пожалуйста, пересмотрите свои списки и исправьте. Так, ну и наша любимая рубрика «Перлы от наших участников». Сегодня в рубрике я решил взять задание «То, что вы любите делать». Я вам давал задание «Что вы любите делать». Сейчас я вам зачитаю самые интересные ответы. Топ-10. Сначала взял самого маленького участника, это было видно по почерку и по отсутствию некоторых букв в словах. Значит, это подарки. И почти все, кстати, пишут «люблю подарки», но никто не пишет «люблю дарить подарки». Все у нас любят получать. Очень хорошо, кстати, я тоже люблю. Почти все написали «маму», особенно маленькие дети, почти все написали «люблю маму». На втором месте у нас популярна «семья». Тоже почти все написали, как хорошо, что у нас в многодетных семьях так любят семью. Слава Богу. Почти все написали смотреть мультики. А, ну, в общем, вот конкретно вот из этого малыш мне этот пишет. Значит, смотреть мультики, пить кофе. Ну, я надеюсь, ты эспрессо пьешь покрепче. Так, а взрослые у нас о чем мечтают? Любят мечтать о будущем. Интересно, прикольно. Вот, кстати, неудачников объединяет то, что они постоянно судачат о прошлом. Как было хорошо, или как было плохо, или как было. Вот у них очень часто встречается этот вопрос, они что-то вспоминают. А успешных людей объединяют мысли о будущем, они строят планы. Успешные люди мыслят о будущем, формируют его, но, тем не менее, живут в моменте здесь, сейчас, и благодарят этот момент за то, что он есть, за то, что он прекрасен. Еще раз давайте вспомним эту технику. Вы сейчас смотрите это видео, почувствуйте момент здесь, сейчас. Почувствуйте свое дыхание и пространство этой комнаты. Почувствуйте, ощутите всем телом, тогда у вас по-другому сразу восприятие будет. Дальше. Что у нас еще пишут? Любит ездить на электричках. Очень интересная любовь к электричкам. А, еще многие из ансамбля написали, забыл, как ансамбль называется, по-моему, «Пой со мной». Почти все мальчики там написали «люблю своих жен». Я так понял, что в этом ансамбле у нас практикуется многоженство. Мальчики в вокале, вы понимаете, достаточно редки, но у нас, кстати, в марафоне мальчиков и девочек достаточно и тех, и других. Так что, может быть, когда мы выйдем уже с вами где-то там, объединитесь по творческим парам или по дуэтам, и это будет хорошо. Так, дальше. Топ следующих вопросов. Экспериментировать с внешностью. Те, кто экспериментирует, надеюсь, мы вас будем как-то узнавать. Вы каждый раз сильно не экспериментируете. Водить машину. Это дети пишут. Они очень любят машину водить. Почти все написали «любят спать». Наши бедные дети не высыпаются. Давайте им спать побольше. «Люблю командовать». Хорошо, подрастай, возьму тебя в помощники. Пишет «люблю свою семью», в скобках, особенно сестер. Ну и завершающее я вам прочитаю такое «люблю жизнь».
Это хорошо. То есть вообще, ну все люблю. Это классно. Зачем мы делали это упражнение? Затем, чтобы вы сконцентрировались, обратили свое внимание на то, что вы любите. Потому что то, куда вы направляете свое внимание, то начинает распускаться, то начинает раскрываться, и то начинает увеличиваться. Поэтому я вас призываю, делайте то, что вы любите, если это не противоречит закону и здравому смыслу. Желательно. Итак, я вас поздравляю. Сегодня у нас третий день марафона. И мы переходим к следующему нашему заданию, к следующему мастер-классу. Сегодня этот мастер-класс будет технический. Он будет связан с распеванием. У меня есть техника быстрого разогрева голосовых связок. Она очень удобна, когда вы едете на конкурсы, на концерты, не можете полноценно позаниматься с педагогом или распеться, просто можете включить аудиозапись, разогреть связки и в нормальном уже состоянии выступать. Эту технику я вам сегодня подарю. И помимо этого, сегодня мы поднимем очень важную тему, мою любимую. Это тема «Вокальное дыхание». Поверьте мне, мои любимые участники и победители. Если вы овладеете правильной техникой вокального дыхания, у вас уйдет множество проблем. У вас перестанет звук быть на горле, он перестанет быть зажатым, у вас перестанут травмироваться и тереться связки, у вас звук будет плотным и однородным и более соединены регистры. Короче говоря, 80% успеха вашего вокала – это правильное дыхание. И расскажу одну вещь, что важно знать. Очень важно знать для того, чтобы делать эту технику правильно. Что нужно знать? Во-первых, у вас есть очень большая мышца, диафрагма. Она разделяет брюшную полость и грудную. Это как такая мембрана. Задание номер один. Забейте в интернете фото и видео, что такое диафрагма. И посмотрите, для чего это нужно. Потому что, когда мы начнем делать упражнения, мы с вами начнем работать со внутренним взором. То есть, когда вы делаете, вы еще и представляете себе эту мышцу, вы представляете, как вы на нее воздействуете, и тем самым ваше упражнение становится в 10 раз эффективнее. Если вы подключаете мышление, если вы подключаете голову, ваше упражнение 100% становится эффективным. Все, что человек делает осознанно, везде, куда он направляет свое внимание, то у него получается качественнее. Вообще, если человек живет здесь сейчас, если его мысли не разрознены, они не думают о прошлом, о будущем, сколько там заданий, сколько там всего, чего надо покушать, куда надо сходить. Если у вас получается пам и оттолкнуть все эти мысли и находиться здесь сейчас каждый раз. Неважно, что вы делаете, кушаете, или вы занимаетесь, или ваша жизнь станет вообще другого уровня, другой эффективности. Еще раз я вам напомню, зачем мы проводим все эти мастер-классы. Я вас готовлю морально, и в том числе физически, сейчас буду тоже готовить ваше дыхание, к тому, чтобы вы выдержали самые крупные площадки России. Для того, чтобы ваш дух был силен, чтобы вы знали, что вы хотите и для чего вы это делаете. Ребята, поверьте, на вашем пути будут встречаться много сложностей в профессии артист. И это нормально. Если вы к трудностям относитесь как к одной из ступеней для будущего успеха, то это хорошо. Проблема в том, что некоторых людей трудности убивают. Они их ломают по ходу пути. У успешных людей все работает наоборот. Такая психология. Случилась трудность. Ты упал, буквально чуть-чуть погрустил или просто подумал, осознал, что я сделал не так, что не так, почему случилась эта трудность. Осознали, и больше на эти грабли вы уже не наступаете. Трудности нужны, они необходимы просто. Потому что без них вы не сможете стать полноценной личностью, если у вас не будет разного опыта в жизни. Это абсолютно нормально. Не надо трудностей бояться. Надо идти смело, делать, но главное потом просто не повторять своих ошибок. Как говорят, дурак вообще не учится, да, умный учится на своих ошибках, а гений учится и на чужих умеет.
Но это редкость большая. Очень сложно научиться на чужих ошибках. Гениев среди нас не так много, поэтому давайте просто хотя бы будем умными. Итак, мы с вами сейчас переходим к дыхательным упражнениям. Технику быстрого разогрева голосовых связок я вам дам отдельно видео и аудиофайлами. Итак, как обычно, я меняю локацию для того, чтобы мне здесь побольше пространства, поудобнее. Что вам надо знать о вокальном дыхании? Первое, что это дыхание глубокое. Дыхание животом. Мы вдыхаем не в легкие. То есть люди просто... Ой, что у меня на голове-то? Люди, просто люди, да, дышат легкими. Легкие, они существуют для того, чтобы вдыхать воздух, очищать, выдыхать там и так далее, да. Вдыхать кислород, выдыхать углекислый газ. Вокалисты дышат глубже, они дышат животом, как йоги. Поэтому нам надо первое, что научиться, дыхать животом. Прям глубже диафрагму опускать воздух, вдох. Вдох сюда. Вот можете поставить руки. Поставьте руки и вдохните в руки. Так, чтобы руки раздвинуть. Угу, хорошо. И в этот момент вы начинаете тренировать диафрагму. Я сейчас покажу серию упражнений, которые я разработал на основе системы Стрельниковой, на основе пранаямы. Пранаяма – это йоговское дыхание, которым я долго занимался, именно с вокальной целью, для того, чтобы внедрить потом эту практику в вокал. И очень здорово получилось. Я, кстати, с этими мастер-классами во многих городах был очень практичный мастер-класс, который действительно меняет звук. Итак, значит, мы работаем с вами над диафрагмой, мы ее закачиваем, мы ее делаем спортивной и эластичной. Как вы понимаете, хороший звук может быть на спортивном и эластичном звуке. Ой, на спортивных и эластичных мышцах, вы меня поняли. И хочу вас поздравить, эта мышца закачивается достаточно быстро, буквально за 2 месяца ежедневной работы. Каждый день на дыхательные упражнения вам нужно с сегодняшнего начиная дня инвестировать свое время по 5-10 минут. 5-10 минут каждый день под любимые треки. После того, как вы посмотрите этот сет упражнений, запишите, что зачем идет, и просто потом с кайфом, с удовольствием, и самое главное, с визуализацией внутренней их делайте. То есть вы когда делаете, еще чувствуете, как вы дышите. Так интересно, у меня видео, и вид сзади, и вид спереди сразу. Итак, значит, первое у нас будет разминка. Освободите плечи, поставьте руки на уровне груди. Сейчас мы будем соединять локти и делать вдох носом. Кстати, вот у маленьких детей почему-то проблема с этим упражнением. Я им говорю вдох, они делают выдох. Вдох. Это когда мы вдыхаем. Внимательно будьте. Так, сейчас я включу музыку, чтобы нам было веселей. Включу свою песню авторскую, чтобы на Ютубе ничего не забанили. Мою-то уж точно не забанят, она же моя. Отдыхаем, готовимся. Пусть со мной все повторят. Все, как ты. Пусть
это упражнение вы поняли. Это разминка всего лишь. Теперь это мы делали вдох. Сейчас делаем выдох. И техника такая. То есть соединяем. Теперь руки, да, не так, а вот закрываем грудную клетку и делаем активный выдох. Окей? Подышим. Отброс печали, они тебе ни к чему. Отброс печали, почувствуй нашу волну. Забудь все беды и грусть остаться в углу. Ты точно справишься с ней потом. Мы будем вместе и в нашем мире и вне. Ведь громко песни гораздо как будто во мне. Мы будем рядом, мы будем сонить плечом. Мы ласким век причем, причем. Еще раз первое упражнение. Похоже на клип Little Big. Скибери-уап-па-па. Скибери-уап-па-па-па-па. Или что-то там типа того. Так, окей, это была разминка. Теперь переходим к основным упражнениям. Надеюсь, я вам весело все показываю. Вам нравится, да? Тоже можете просто балдеть, танцевать. Главное, все делать в удовольствие. Вообще жить в удовольствии и делать все вещи в удовольствии. Тогда эффект будет другой, тогда результат будет другой. То, что человек делает с удовольствием, у него получается. То, что человек себя заставляет делать и делает кое-как, ну, оно тоже получается. Ну, просто какие силы вы на это тратите, это уже другой вопрос. Окей. Значит, дальше основная техника. Вдыхаем в живот. И потом долго-долго выдыхаем на букву Ф. Стоп. Это я пока объясняю, не надо сразу повторять. Значит, вдохнули глубоко в живот, потом долго. Нужно это упражнение делать, стараться полминуты. Вам кажется, что это мало, но на самом деле это, ну так, прилично. Вот я сейчас даже... Нет, я не буду диктофон этот запускать. Не диктофон, а таймер. Будем примерно делать. Ну, когда вы делаете, можете запускать у себя. И в идеале, значит, сделать полминуты. Как это сделать? Не выдыхайте просто много воздуха. Контролируйте свой выдох. Ваша задача не сразу все выдохнуть, а делать это дозированно, аккуратно. Так, чтобы надолго хватило. Поехали. Вдох. Выдох. Продолжайте, я буду считать. 4, 5. 6, 7, выдох, 13, 14, 15, 16, 17, кто-то уже сдох, 21, 22, кто-то еще сдох, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Интересно, кто-то дожил до конца упражнения? Очень надеюсь. Со временем вам станет это делать все проще и проще, потому что мышцы адаптируются, они будут у вас спортивные, эластичные, и для вас уже не будет такой проблемы. Окей, дальше, так скажем, по моей авторской методике, чуть-чуть я упражнение докрутил, сделал разные углы для того, чтобы прокачать разные части вокального пояса. Это очень важно. Первое, мы делаем наклон 45 градусов вперед, с прямой спиной, вдыхаем. И также выдыхаем. Поехали. Раз, два, три, четыре. Выдыхаем. Пять на букву F. Шесть, семь. Чувствуем мышцы. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Выдыхайте медленнее, чтобы не умирать. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять.
Я вас чувствую через камеру, я чувствую, что вы на полминуты пока не можете. Давайте будем делать по 20 секунд. Итак, сейчас мы будем делать наклон назад 45 градусов, вдох в живот. Все по той же технике. Главное, пожалуйста, не поднимайте плечи. Если будут подниматься плечи, вы зажимаетесь, вы неправильно делаете. Значит, назад наклоняемся, выдыхаем. 5, 6, 7, 8, 9, медленно, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Стоп, спасибо. Теперь мы делаем наклон. У меня это правая сторона, наверное, у вас левая, все зеркально. 45 градусов в сторону, вдох и выдох. Шесть, семь, восемь, девять, дозировано, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, спасибо. В другую сторону, вдох, наклон. Шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. Чувствуйте мышцы. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Стоп, спасибо. Надеюсь, у вас хватает сил. У кого-то, может быть, нет, но со временем хватит, поверьте мне. У всех учеников, даже которых слабо очень развито дыхание, со временем все прекрасно получается. Не убивайтесь, если не получается сразу. Ничего страшного. Так. Следующее упражнение мы делаем мягкую, плавную прокрутку. Прокрутка начинается от бедер. Ноги вросли, как корни у дерева. И наклон. То же самое. Вдох в живот. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Молодцы, закончили. Теперь в другую сторону прокрутка. Как бы по часовой и против часовой стрелки. Вдох, выдох. 8, 9, 10, 11. Продолжайте. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, стоп. Хорошо. Следующие у нас будут динамические наклоны. Вперед, назад, вправо, влево и так далее. Назад, вправо, влево. Если вы будете ошибаться, когда там вперед, когда назад, это не важно. Нам важно теперь в динамике прокачать наши мышцы. Снова под песенку, под мою. К концу занятия вы ее выучите, наверное. Кстати, эту песенку мне написала Аня Еремеева, Анна Еремеева, которая у вас домашнее задание проверяет вместе со мной, которая мой друг, прекрасный педагог. Итак, поехали. Два, раз, два, три. Пойдем со мною, я вижу, ты ведь не прочь. Пойдем со мною, опять зажжем эту ночь. Пойдем за нами, пусть соберется толпа, чтоб эйфорию на вновь до утра. Час станет твоим наградой. Прожектора слепят, смажется чья-то помада. Пусть со мной все повторят. Все два, три, четыре. Thank you.
вначале. Окей, поняли, как это делать. Самое главное – почувствовать все мышцы внутри, почувствовать диафрагму, почувствовать все мышцы, которые у вас участвуют в процессе звукоизвлечения. На этих упражнениях мы закачиваем мышцы, мы их делаем классными, мы их делаем рабочими. Да, это необходимо делать ежедневно. 100%. Тогда будет результат. Так что берите технику, пользуйтесь. Я хочу, чтобы все пели круто. У меня такая мечта. Странная. Итак, теперь я включаю музыку. Просто походите по комнате, как молекула, хаотично, в любом темпе, в любом ритме. Ходите и выдыхайте. Угу, поехали. Они тебе ни к чему, а просто печали. Почувствуй нашу волну, забудь все белый. Ты грусть оставь за углом, ты точно справишься с ней. Этот сет дыхательный, сет — это набор упражнений, мы закрепляем планочкой от локтей, на пол. Вы знаете, как планку делать. На пол, спина ровная, не прогибать таз. Минуту стоим в планке до конца песни. Поехали. Кому понравилась эта песня, она называется «Пускай». Она есть в ВКонтакте. Можно забить «Евгений Христов», «Пускай» или в Ютубе и послушать, если вам понравилось. Мне она очень нравится, эта песня. Не потому что она моя, а потому что она веселая. Итак, теперь переходим к домашнему заданию. Во-первых, что вам надо сделать? Записать в своем дневнике, что вы выполнили сет. Расписать, какие там упражнения. Можно придумать название для каждого упражнения. Это уже на креативность задания. И под этим видео, как всегда, поставить лайк, комментарий. Сделано, готово. Ну и все. Кстати, можете на мой инстаграм подписаться. Sirius Song. Sirius звезда, Song песня. Sirius Song. И будем смотреть друг за другом. Итак, сейчас домашнее задание. Вот, в принципе, я когда придумывал этот дыхательный сет, я отталкивался просто от стандартного упражнения для классического вокала, вот этого, да, вдох и выдох. А потом я просто его докрутил. И можно бесконечное количество вариаций делать этого упражнения, и у вас задача сегодня будет творческая, вы станете творцами вместе со мной. И каждый придумывает свое упражнение дыхательное, основанное вот на этой технике. Можете использовать любые подручные предметы. С кем-то делать в паре, в групповой динамике. Сидя, лежа, стоя, прыгая, хоть как. Включайте фантазию, включайте воображение, выдумывайте, придумывайте. Сейчас я вам покажу одно интересное упражнение, которое тоже можете сделать, но я его как бы тоже придумал. Оно интересненькое, просто вам для примера. Я использую обычный
целлофановый пакет для этого упражнения. Вы можете тоже использовать все, что угодно, листочки, все, что хотите, шарики. И придумывать. Просто поверь, что сейчас все будет так, как нам надо. И пролетевший в них час станет твоей наградой. Прожектора слепят, смажет с чья-то помада. Пусть со мной все повторят, все будет так, как надо. В общем, суть этого упражнения в том, чтобы удержать пакет на весу максимально долго, достаточное количество времени. Итак, мои дорогие, всем спасибо за внимание. Приступайте к упражнениям, хотя вы, наверное, делали их уже вместе со мной. Приступайте к тому, чтобы придумывать что-то новое. А завтра у нас будет очень интересный урок, так скажем. И он будет проходить следующим образом. Завтра не будет задания, вы завтра отдохнете, наконец-то, да? И завтра вы все заходите на Инстаграм Марафон Талантов, на Инстаграм РОО, я вам скину ссылку, и там будет прямой эфир 18:00, который буду проводить я, и приглашать звездных гостей в этот эфир. И они с вами поделятся своим опытом. Опыт – это самое ценное, самое бесценное, что у нас есть в жизни. И поэтому слушайте внимательно, ушки на макушке. Слушайте, получайте удовольствие. Всем спасибо и до новых встреч!